Всем привет! Берите вкусняшки, будет топчик! Да, давайте заценим новый трек Моргенштерна, ЛДЖ, орут. Орут. Я не знаю, чего они орут, но давайте же посмотрим. Надеюсь, вы вкусняшки взяли и подписались на мой телеграм-канал. А? Знаете, почему я соскучился? Вот под тем моментом, когда Моргенштерн выпускает новый трек, и ты в начале трека слышишь: «Слава, что ты сделал?» Теперь этого нет. Слава уже не делает. И ничего не надо, надо, не нужны ни правда, ни правда. То есть, тогда, когда ты слышал вот этого «Слава, что ты сделал?», ты понимал, что хотя бы бит будет охуенным у этого трека. А тут опять какая-то сопливая песня, что ли? Я не узнаю твоего взгляда, взгляда. Детка, да, мы вместе, но не рядом. Я помню день в старой маленькой квартире. Обещал себе, что это ты... кто исполняет это? Сейчас кто из... Это орут? Принесу тебе весь мир на одной руке. Никого в нем, кроме нас, с тобой больше нет. Но теперь уже и нас с тобой больше нет. Тех наших версий уже не вернешь. С тем, кем я был, я даже не похож. Я тебе вру, ты себе тоже врешь. Теперь могу купить все то, что ты хотела. Но ты не купишься на это. Я куплюсь. Сказать тебе всю правду. Последний мой подарок. Я ничего не надо, надо. Мне нужны ни правда, ни правда, правда. Я не узнаю твоего взгляда, правда. Детка, да мы вместе. Так, какое пока? Ну, сопли, сопля, сопля. Сейчас ЛДЖ должен разъебать. На... Но не рад, мы не рад. Я бы мог тебя любить, если бы был другим. Оборвал бы руки твоему стилисту и визажисту. Но я решил просто уйти. Пусть твоя мама и собака, но я решил просто уйти. Утю? Просто утю. Какой утю, блядь? Может, от пути не путю скажешь? Господи, что это за Милана Хаметова на ЛДЖ? Утю. Утю, блядь. Блядь, что таблетку надо выпить, блядь. Утю. Кого? Еще раз. Стилисту и визажисту, но я решил просто утю. Но мне же не кажется, он реально говорит утю. Пусть твоя мама и собака. Юпио, юпие. Пока живут в нашем доме на Истре. Приходишь с трафом на машину, значит ты куда-то едешь. Я полгода не в России, а ты пишешь, что скучаешь. Скучаешь. Все, что от нас осталось, лишь комбинация из клавиш. Она переживала, как две пластинки орбит с арбузом. Теперь наш ужин, дружеский ужин. Палки и суши, иногда только суши. Больше никто для нас не станет первой женой и мужем. Ей ничего не надо, надо. Мне нужны ни правда, ни правда, правда. Я не узнаю твоего взгляда. Детка, да мы вместе, но не рядом. Бля, такое. Мне такие треки не нравятся, я не люблю сопливые треки, не люблю. Утю. Вот, поэтому, ну, как бы, я не знаю даже, что-то так все, ну, нормально. Ну, те, ну, как бы, ну, исполнена норма, но в целом, такое, мне не зашло, к сожалению. Хуета. А, ну, если Альберт Трикер скирит, да, все. Итог таков, да, заключение у нас вот такое. Спасибо за 100 битсов, спасибо. Тут как бы сами думайте, там, комментаторы. Подпишитесь на телеграм-канал, там точно не хуета. Если так, давайте, наберем 300 тысяч подписчиков в моем телеграм-канале, сделаю трек, выпущу трек свой. 300 тысяч. Осталось, ну, нормально там осталось, поэтому подпишитесь, ребят.
Подпишитесь. Пиздобол? Не, ребят. Отвечаю. Даю слово. Как бы я не знаю, о чем трек будет, но в любом случае будет. Уж извините, за 300 тысяч в телеге готов. Уж готов напрячь жопу, голову, глотку и сделать это. Значит, уже сделал? Нет. Пока нихуя не сделал. Вот. Оля. Морген написал, что это песня трех разведенок. Понял. Ну, поэтому и сопли, собственно говоря, мы слышим здесь.